Здравствуйте, друзья, я Георгий Черданцев, и, как всегда, рядом со мной коллега Константин Генич. Будем смотреть футбол. Футбол большой, и футбол, не побоюсь этого слова, красивый. Самое главное, качественный. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Фарфан. В этой атаке оборону пройти не удалось. Санчес. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Атака закончена, и будет удар от ворот. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Это может быть опасная атака. Пас пяткой, но его перехватили. И ближе к воротам игра переходит. Еще раз смотрим офсайд и видим, что он действительно был, и бригада арбитров не ошиблась. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Санчес. Может получиться интересная атака. Не торопит. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Защита справляется. Озил. Посмотрим за этой атакой. Хорош. Удар нужен. Озил спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. И разрезающий пас на ход. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Кардозо, Мендиш. Санчес. Чисто отобран мяч. Разгадали замысел соперника. Они... Месси! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Хороший пас во фланг. Тут может что-то получиться. Забивать нужно было, но он двинул мимо ворот. Он сам не понимает, как он не забил. А на табло по-прежнему нули. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Санчес. Отлично сыграно, надо решать. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Нельзя здесь заигрываться. Видит партнеры, мягонько головой скидывает ему мяч. А сейчас вперед можно выйти. Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Это может быть опасно. Это штрафной.
Сравнивать нужно. Прекрасная игра защитников штрафной. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Похоже, травма серьезная, нужна замена. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Месси. Мяч будет введен из аута. Ну, нормальная ситуация, правильно отработал арбитр, отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку. Санчес. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Нет, не дошел этот пас до адреса. Фарфан. Штрафной ставит судья. Чуть-чуть бы везение нападающему, хотя шансов там особых не было. Последнее слово за защитниками. Они здорово организовали классический искусственный офсайд. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Санчес. Посмотрим за этой атакой. Судья добавляет 3 минуты. Пирло. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. И мяч оказывается у голкипера. Минимально. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Санчес. Это может быть опасно. И разрез... Вот может быть опасно! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже 2 мяча. Надо же! Казалось, что вратарь сумел отвести угрозу от своих ворот, но мяч отскочил прямо к нападающему. Голкипер сыграл, мягко говоря, не безупречно. Вроде бы и выручил, но тут же подарил мяч сопернику.
обходу мяча из аута им явно стоит еще поработать. Пирло. Тут защита справляется с потерей мяча. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Манданда. Все верно. Края надо чаще задействовать. Буатен. Под натиском защитника он мяч упустил за боковую. Поторопился уйти в отрыв футболист вне игры. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Осталось чуть-чуть потерпеть, и вот, ну, может быть, не генеральский, но, по крайней мере, сержантский погоны на плечах. Да, какая мощнейшая пощечина фавориту, а? Фертонги. Пирло. Обостряющий пас. Мяч летит в сторону ворот. Насри. И пас, еще пас, и пас. Хороший пас на ход. Он, наверное, уже видел мяч в сетке, и тут такая потеря. Тут может что-то получиться. Один защитник отыгран. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Это может быть опасно. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Судья показывает, что будет угловой. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. К дальней штанге летит мяч. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Фертон. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Отлично сыграно, надо решать. Опасно! Стойка помогает мячу попасть в ворота. Гол! Какой-то совершенно непонятный получился. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что так и было задумано. Однако факт есть факт. Мяч в воротах и боль. Увидел открывание впереди. И удар должен последовать. Второй вдогоночку. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Месси! Прекрасный! И этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Посмотрим, насколько фаворит теперь разозлится, насколько он поменяет свою игру, потому что пока все не по его сценарию. Да, это из серии
невозможное возможно. У нас впереди аутсайдеры. На них никто, по большому счету, не ставил. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Санчес. 8 минут. Пас на ход партнером. Эта атака могла закончиться очень плохо для обороняющейся команды, но последняя передача не прошла. И вот место подачи — розыгрыш угловой. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. И это пенальти! И это, безусловно, пенальти, но карточку судья почему-то не показывает. Да, странное дело. Забыл ее, что ли, где-то? И берет мяч вратарь. Угадал направление удара голкипер и выручает свою команду. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. А основное время заканчивается через 3 минуты. Поторопился игрок с рывком, вне игры фиксирует. Насри. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. И свисток останавливает игру, офсайд фиксирует линейный арбитр. Не знаю, как линейному арбитру удалось зафиксировать офсайд, но ведь он оказался прав. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну кто так играет? Нет, не дошел этот пас до адреса. Свисток.